таким предложением сегодня в законодательном собрании края выступил губернатор. Кубанские парламентарии единогласно поддержали такое решение. После передачи объект станет федеральной собственностью, а значит, снижается нагрузка на региональный бюджет. В первую очередь нам предстоит надеяться только на собственные ресурсы, на собственные силы. Федеральный бюджет хоть и большой, но он один, а субъектов Российской Федерации много, и каждый надеется на федеральный бюджет. И мы где-то надеемся, определенная часть. Но еще раз подчеркиваю, что собственные ресурсы у нас есть. После смены статуса Олимпийского медиацентра с Краснодарского края спишут долг в 15 миллиардов рублей. Собственно, стоимость самого комплекса. И дальше с имуществом, я думаю, мы будем именно вот распоряжаться по-хозяйски. То, что нам дает прибыль, дивиденд, его ни в коем случае не надо продавать. А то, что явно нас отягощает, обременяет, конечно, надо избавляться. Но, опять-таки, на выгодных для края условиях. Трудно было построить эти объекты, но еще сложнее эффективно от них избавиться. Понимаем, что максимально возможный эффект от передачи и от реализации этих проектов мы получаем в современных условиях. На содержание здания со всеми коммуникациями из краевого бюджета в год уходит почти 400 миллионов рублей.